мрачный коридор. Я на цыпочках, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно, чью я комнату тайком желаю заглянуть. Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик мой. Чьих невольница ты людей, зачем тебе охотиться на людей? Тих на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик мой. Чьих невольница ты людей, зачем тебе охотиться на людей? Жаль, что ты тогда мне поверить не смогла, то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он, наплевать тебе. К настоящему колдуну он загубил таких, как ты, не одну. Словно куклою час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит словно в страшном сне. Ты находишься здесь, а вас на мне. Ooh.